Он потом корабль вел, когда тебя не стало. Вы корабль. Нужно было перехватить. Тебе нужно было соединиться, иначе ты не мог. Им соединиться. Парнем с этим молодым. Нет, 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 Бой. Нет, нет. Как две половинки нужно было соединить. Я не совсем поняла. Пока не понимаю этого. Мне нужно было с этим парнем соединить мои половинки. Я не поняла. Я не понимаю сейчас. Я вижу, что куда-то мы спешим и куда-то не успеваем. И никого больше нету, только этот молодой паренечек, совсем молодой. Как лет 16-17, вот такой, ну, совсем еще глупый. И мы куда-то очень сильно спешим, как каждая секунда вот нужно-нужно. А что нужно и куда мы так спешим? Я как стукнутый, все, что я помню, говорю, это работа с этими энергиями, это изможденный позвоночник, именно как пустой позвоночник после боев. Все собою. Чему-то. И все. Дубиной по башке ударили. Не смог голову пополам разделить. Сознание и мозг не смог разделить. Шлем как внутрь был. Почему он этот шлем не мог разрубить, я не знаю. А он тоже как вживленный. И он повыше, 2,5 метра условно. Ну как Хтян. Да, человеческого роста намного повыше. Да. Вот человек ему как вот сюда только доставал, где-то вот так вот, так, да. До груди, да. Я вообще не совсем понимаю, человек ли это. Уже как с рожками такой, тремя почему-то. Красные, черные такие. Уже мутации сплошные. Полностью перестроена энергетика на поглощение. Почему и других таких не было? Потому что, ну, все на себя, все на одного. А он транслировал дальше красно-черным на другие уровни. Похож на того Ихтиандра, который убил Муадиба. Только тот серебристый был. Козел. Я там сознание красно-черного чувствую. Просто вот его присутствие там очень четко. Тоже. Поэтому, наверное, каждый день у меня как страх какой-то в этом постоянно жила. Тебя очень редко помню. Ты есть и нет, как обычно. Пройдет куда-нибудь.